Махачкале 16:45. В студии Бедерниса Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Новости. 9 мая в Махачкале прошли мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Выполняя великую патриотическую освободительную миссию, самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной более 180 тысяч дагестанцев. Ветеранов войны и тружеников тыла чествовали на столичной площади, где прошли торжественные мероприятия. В День Победы Махачкала присоединилась к ставшей уже международной беспрецедентной акции «Бессмертный полк», которая призвана показать, что подвиг солдат Победы, гордость за их героизм будут вечно жить в памяти потомков. С портретом героя России Абдулхакима Исмаилова в шествии «Бессмертного полка» принял участие Владимир Васильев. В День Победы с ветеранами Великой Отечественной войны в неформальной обстановке провел встречу глава нашего региона. Фронтовики поблагодарили руководителя республики за внимание и заботу, а также отметили важность проведения патриотических мероприятий. Владимир Васильев выразил участникам встречи признательность за их подвиг. Министр сельского хозяйства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, посвященное вопросам развития виноградарства в республике. Он отметил важность государственной поддержки предприятий, осуществляющих производство винограда и закладку новых виноградников. Новости культуры. Праздничный концерт ко Дню Победы состоялся на территории Дома дружбы в Махачкале. Среди почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, блокадники. С приветственным словом выступил председатель Совета ветеранов республики Магарам Алиджанов. Победителями Северокавказского кинофестиваля «Кинокавказа» в номинации «Короткометражный игровой фильм» стали картина «Посетители» имени Фатулаева «Дагестан» и фильм «Спой мне» Булата Бирбекова «Кабардино-Балкария». Вести спорт. Альпинисты Дагестана и регионов России совершают в эти дни восхождение в горах Докуспаринского района. Покорение горных вершин спортсмены посвятили Дню Победы и всероссийской акции «Бессмертный полк». Погода. Сегодня в 13 часов в Махачкале температура воздуха была 24 градуса, а в ближайшие сутки в нашей столице ожидается. Днем небольшой дождь, ветер северо-западный 12-17, днем 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 20-22 тепла. Вода в море 16 градусов.